Трудовое лето 2015. Конкурс с таким названием проходит в Болотнинском районе. Соревнуются школьники, которые на каникулах решили устроиться на работу. А это почти 150 человек. Какие навыки уже приобрели ученики, знает Мария Рафиева. На улице жара, но этим ребятам не до отдыха. У них есть 3 месяца, чтобы подзаработать. Екатерина Военкова будет работать вожатой в летнем лагере. Говорит с детьми, всегда находит общий язык. Мы идем работать в дворовом лагере. Это игра с детьми, это просто непередаваемые ощущения, это очень здорово. Работают ребята не только в лагерях. Они также обустраивают территории, трудятся на приусадебных участках, занимаются ремонтами. При этом ежемесячно предоставляют отчеты о проделанной работе. В течение всего лета ребята помимо зарплаты будут получать баллы, по которым комиссия определит в итоге победителя конкурса «Трудовое лето 2015». Всего в районном центре занятости планируют устроить 140 человек. Трудоустройство происходит официально. То есть на всех на них заводится трудовая книжка, делается запись. Конечно же, они получают заработную плату. И в дополнение от центра занятости они получают дополнительные средства, это материальная помощь. В течение 3 месяцев, пока будет идти конкурс, количество команд может меняться. У участников еще есть возможность подать заявку на участие. Победители получат переходящий кубок. Мария Рафиева, Владимир Полосин, новости ОТС.